Вон, посмотри. Таких замков ты еще не видел. Чтобы его открыть, надо заколдовать резец. Брюно. Давай, высеки букву. Суна. Это заклинание. Я Суна. Главное, духу сотрудничества открываются все двери. А, он всегда так выражается. Снова лианы на пути. Ты помнишь, что делать? Упавшее бревно. На нем что-то незнакомое. Так это правда? Тюр жив? Ну, он не в лучшей форме. Пока что спит в чулане. Надо дать ему время. Как вы его нашли? Спасибо Атрею. Он отыскал пророчество, которое великаны хранили для своего народа. Мы узнали об этом только когда к нам заглянули Тор и Один. В ваш дом? Он уцелел? Чудом! Но эта стычка нужна была лишь для того, чтобы отвлечь нас, пока Один говорил с Атреем. Один с глазу на глаз с твоим сыном? Знаешь, о чем они говорили? Да. Атрей сказал, Один пригласил его в Асгард, чтобы помочь ему найти ответы. Ради которых он так несется навстречу судьбе. Это тревожно. Если ты готов с ним поговорить, врата прямо впереди. А если нет, есть у меня здесь одно дело, и мне пригодилась бы помощь. Или можно отправиться в то эльфийское святилище в пустыне. Если хочешь отправиться дальше, придется убрать это бревно из реки. Thank you.
Что это такое? Эмблема Скирнера. Он считал себя самым умным. Что это? Я не знаю. Но ее точно сделали великаны. Здесь два волка. Наверное, они как-то связаны с нашими друзьями на небе. Пока что это останется загадкой. Ладно, теперь можно плыть дальше. Надеюсь, мы сможем исправить старые ошибки. У нас нет нужного снаряжения. Что за незавершенное дело? Я кое-что оставила у водопадов. На месте своей свадьбы? И зачем тебе туда возвращаться? Чтобы обрести свободу от уз брака и от Асгарда. Ты ведь уже давно порвала эти узы. Не совсем. Не до конца. Веди нас. Фрейя, твой брат сказал, асы сожгли его. Да. Тогда мы еще не воевали. Но отношения ванов и асов давно были враждебными. Фрейру взбрело в голову, что если мы поделимся с ним своей магией, вражда угаснет. Он решил научить их, как получать щедрый урожай, которого хватит на весь народ. В благодарность за это его сожгли. Верно. Асы были слишком нетерпеливы и взбалмошны для утонченной магии ванов. Когда все пошло прахом, они обвинили учителя. Значит, Фрейр был гостем, когда Один его сжег? Не совсем. Один был не прочь посадить Фрейра под замок. Магия ванов показалась ему перспективной, и он хотел узнать больше. Но толпа низших асов, недальновидных и ослепленных злостью, связала его и подожгла, поскольку сочла виновным в саботаже. Он, разумеется, выжил и даже умудрился сбежать. Но подобное оскорбление сделало войну неизбежной. Неудивительно, что после этого Фрейра как будто подменили. На смену его легкости и беспечности
пришли кошмары, паранойя, вспыльчивость. Это не оправдывает того, что он сказал на моей свадьбе. Но я понимаю, откуда взялся в нем этот гнев. В давние времена мой народ поселился на этой реке. Тысячи паломников проходили здесь, по пути к святилищу. Но затем явились асы. И вот все, что осталось. Разбойники? Ну, конечно. Знаешь, я бы тебя одолела. Что? Ранее, если бы там не было Атрея. Возможно. Можем повторить. Выяснить это. Я бы не хотел. Ну еще бы. А это эмблема Одина. Мирный жест моего народа. Напрасная трата сил. Look!
Теперь должно быть видно, что внутри. Есть там что-нибудь ценное? Врата открыты. Теперь можно зайти внутрь. Сзади!
Последний!
ты весь в огне! Пройдет! Такими хищными. Природное равновесие нарушено. Разорено. По делам мне. Астрид. Нет. Тут говорится о заклятии, что погружает троллей в сон, и об артефакте, который сможет снять чары. Часть брони с клеймом Лунды. Жаль, сломана, но сделана добротно. Зачем бросать? Это подозрительно, брат? Если эта сфера ей так важна, она бы ее не оставила. Хм, возможно. Берегись!
С ней поговорить. Стрелы печати тут не сработают. Возвращается жизнь. Хорошо. Еще болен. Наверное, что-то его отравляет. Я не справилась. Вот она. Я хочу ей помочь. Ей это очень нужно. Раз уж ты там, посмотри, нельзя ли пробраться внутрь? Написано, брат.
Здравствуй. Больше отравы нет. И сад, несмотря ни на что, выжил. Благодаря мне. Все разорено. По делу мне. Дух. Фрейя, вы вернулись. Астрид, что с тобой случилось? С твоим садом? Эйнхерии, они загубили мой труд. Надругались над памятником вашей славе. Простите, госпожа. Тебе вовсе не нужно передо мной извиняться. Я дала обет ухаживать за вашим садом, пока вы не вернетесь. Я буду вечно взирать на эту гниль. Справедливое наказание. Какая удача! Мы уже уничтожили тотемы, отравлявшие сад. Да, твой сад снова ожил. Фрейя, вы смогли? Все хорошо, Астрид. Пора идти дальше. Спасибо, моя богиня. Я люблю вас. И я тебя. Вы сделали благое дело. Это лишь на время. Скоро сад снова умрет. Как и все в мире. Но попытаться все же стоит. Фрейя, я давно хотел тебя спросить, что Хримтур тебе прошептал? Кто? Хримтур, сын Тамура Каменщика, который под чужой личиной построил стену вокруг Асгарда. Ах, да, припоминаю. Тогда Один в который раз решил втянуть меня в спор без моего согласия. Увы, это даже не худшее из привычек моего супруга. Какой спор? Я же рассказывал. А теперь пусть она расскажет. Тут нечего рассказывать. Сперва я ни о чем не знала, ведь Один был уверен, что выиграет спор. Некий каменщик должен был выстроить целую стену всего за 3 зимы. Две! За 2! Если бы он не успел, то ничего бы не получил. Но в случае успеха ему пообещали встречу с королевой. Я узнала об этом много позже.
Один тогда ввалился в наши покои, злой и пьяный, и велел пойти узнать, что этому каменщику надо. И я пошла, хоть и не представляла, чего мне ждать. На всякий случай я спрятала кинжал в складках платья. А этот каменщик, переодетый великан... Его звали Хримтур! Улыбнулся мне и, как ты уже сказал, шепнул мне кое-что. Он сказал, что асы убили его отца, и что однажды они должны за это поплатиться. Я ответила, что теперь я тоже одна из асов. А он одарил меня таким взглядом, будто я ему лгу, и продолжил. Он рассказал, что оставил уязвимость в стене за башней Асгарда. Я так и знал! Как ей воспользоваться? Никак. Он сказал, что Сурд знает, что делать. Но если Сурд окажется у стены Асгарда... Значит, Рагнарёк уже настал. Эх, проклятье! Я думал, у нас будет обходной путь. В следующий раз мы устроим засаду? Нет. Мимир, я так и не спросила, каково это лишиться головы? Что мне тебе сказать? Было щекотно? Просто интересно. Если ты хочешь посмаковать мои страдания, вынужден тебя разочаровать. Удар Кратоса был быстр и точен. Я ничего не почувствовал. Жаль.
Боюсь, этот артефакт здесь не поможет. Тебе ее жаль, Минир? Пожалуй, да. А о чем мы, в принципе, говорили? О твоем теле. Жалею ли я, что обменял жизнь на свободу? Этим вопросом я задаюсь каждый день, госпожа. А сегодня? Сегодня? Я рад, что вернулся в мир. Как бы я еще так приятно проводил время с тобой? Ладно, ладно. Ньоки, будьте начеку. Не позволяй этой Ньоки петь! Есть Ньоки! Готовься! Этот шум не сулит ничего хорошего! Брат!
Эй, слева! Так, слева! Правее тебя! Еще враг. Еще один мост. Его нужно опустить. Что-то интересное, брат? На этом дереве что-то подвешено. Может пригодиться.
Ах!